Нихао, леди и джентльмены, приветствую вас на канале topchinaop.ru, и сегодня у нас в обзоре клатч от фабрики Байлори. Наверное, вы ее все знаете, и мы назвали его женский клатч Байлори Виктория, потому что здесь на буковку V похожа вот эта вот вставочка, именно поэтому. Поставляются эти клатчи небольшими оптовыми партиями, можно заказать буквально от 100 штук. Фабрика позволяет это делать, она дает нам такие MLQ, минимальное количество для заказа, потому что мы давно с ними работаем. Это оригинальная фабрика Байлори, вообще они идут упакованные вот такие вот по 10 штук. Надеюсь, вам хорошо будет видно. То есть все здесь хорошо доезжает, надежно, и мне нравится то, что каждый клатч упакован отдельно. Сейчас мы такой вот анбоксинг сделаем, распакуем вот этот розовенький. Можно будет посмотреть, как это все доезжает. В индивидуальном пакетике из плотного такого полиэтилена, все заклеено у нас. И сверху еще дополнительная такая тканевая вставка, которая не поцарапает, препятствует тому, что клатч может поцарапаться. То есть тут все отлично. А теперь поподробнее о самом клатче. Это бюджетный вариант, недорогой, он стоит ниже, там в районе 4-3, может быть даже долларов, в зависимости от количества, сколько штук вы покупаете. Он выполнен из эко-кожи, вот такой же, такая же кожа для тех, кто занимается Байлори. По качеству, по покрытию была у клатчей Байлори Бизнес. Это женский вариант, только в данном случае розовый цвет. Нравится то, что он достаточно стильный, и все тут очень гармонично. Вот это даже золотая вставка, обычно китайцы лепят это золото куда попало, но здесь она органично смотрится. Я думаю, этот клатч может найти своего покупателя. А внутри вот такой вот приятный розово-коричневый такой цвет. Не знаю, как на камере вам видно, но отличается он от внешней отделки, это тоже отличное решение. Функционал, как обычно, здесь все, что нужно, присутствует. 4 отделения для карточки, дополнительный вот такой вот карман. А здесь все прошито, можно обратить внимание, белыми нитками. Неплохо. Еще один отдел на 6 карманов, плюс для карточки ID сюда можно ставить фотографию или карточку какую-то. И вот такое вот отделение для банкнот, плюс внутри монетница. Для монеток или, я не знаю, для каких-то жетончиков тоже подойдет. И все, по сути, это все отделения, их здесь не так много. Их хотелось бы, наверное, может быть, побольше, но учитывая низкую стоимость, это все, что есть. Поэтому этот клатч такой недорогой. Качество, как всегда, у Байлори цена-качество все отлично. За низкую цену мы получаем максимум, что можно выжать из китайской фабрики. И, как всегда, ассортимент в плане цветовых решений. Вот у меня здесь помимо розового есть еще вот такой вот красный. Тоже посмотрим, откроем его. Но вообще их, я не знаю, 12, может быть 15. Может быть, даже они захотите какой-то свой цвет, а китайцы под заказ краски намешают и сделают. Вот такой вот коралловый цвет. Вот этот поинтереснее смотрится, коралловый. Мне очень нравится. Вот еще один клатч. Опять же, с золотой вставкой смотрится очень неплохо. И у меня в обзоре 3 цвета представлено. Повторюсь, их очень много. От черного до какого-нибудь даже синего, зеленого китайцы могут сделать под заказ. Если вы покупаете оптом клатчи Байлори для женщин, женские, через компанию Top China Opt. Поэтому рекомендуется этот товар для тех, кто уже занимается клатчами или часы какие-то продает, женские, мужские, китайские. Расширяйте ассортимент товара. Можно увеличить с помощью этих недорогих клатчей и чек. Если у вас клиент что-то купил, допродайте ему, это допродажа отличная. Помимо прочего, это может быть отдельный товар для одностраничника, неплохой, с маржинальностью, я не знаю, 600-1000%, учитывая низкую стоимость этих клатчей, потому что выглядят они дороже, чем стоят. А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на канал, следите за новыми обзорами разных маржинальных товаров из Китая, которые можно купить оптом. Ссылку на этот клатч вы найдете, если вы смотрите ролик на YouTube, в описании. И удачи вам в бизнесе!